Какая жара! Ну, наконец-то солнышко выглянуло! Вообще не жарко, на улице всего 25. Да ну тебя, я уже вся изжарилась. Ребята, всем привет! Смотрю, девчонки там чилят. Сейчас мы им устроим. Как же я обожаю это делать. Ты совсем офигел? Да ладно вам, девчонки, я о вас забочусь. Жара, лето, устроил вам небольшой аквапарк. Ах, аквапарк! Каролина, давай! А, за что? Прям в ухо! Молодец! Да ну вас! Саша сказал аквапарк. Я бы хотела в аквапарк. Кстати, классная идея. А что, если устроить собственный? И что нам для этого нужно? Секунду. Выглядит страшновато. Ну все, погнали. Горки! Стоп, а где мы их возьмем? А у меня такой же вопрос. Девочки, мы вообще-то блогеры. Сейчас все будет. Я не знаю, что сейчас будет, но определенно будет круто. А это значит, что самое время подписаться на канал и лайк поставить. Ну что стоите? Помогайте. Она приперла аквапарк? Да, и чувствую, это еще не все. Конечно, не все! Эй, вы идете помогать или нет? Спрашиваешь? Бегу! Горка! Есть! Фомку! Готово! Слайдер для катания! Готово! Офигеть! Здесь даже водичка идет! Ксюш, только не говори, что мы будем разбегаться и бегать по ней. Не говорю, но мы будем это делать. Девчонки, что расслабились? У нас еще куча всего. Сегодня мы построим самый гигантский аквапарк дома. Слава богу, что на горке хотя бы нет воды. Как это нет? Смотри! Да, такого аквапарка у нас еще не было. Предлагаю сделать самое главное. Надувашки! Офигеть, какой классный аквапарк у нас получился! Просто нереально! Эй, ты чё? Я случайно. Еще у нас есть бассейн! Надувная змея Люся. И матрас. А, вот это кайф! Поверить не могу, что мы это все сделали сами! Убедай, давай! Я тут отбила! Убедали? Футбольный мяч! Давай! Коленку дала! Это как? Я думала, это будет волейбол. Попади, Я случайно прям в макуху. Девочки, не знаю, как вы, а я хочу на горку. Ну-ка, погоди. Я тоже хочу. Я первая поеду, я первая. Подожди. А как сюда залезть? Подожди, у меня бабу сводит! Только не свались на меня! Тебя подсадить! Это было красиво! Я не скалолаз вообще! Держи! Считаешь ее! Я не сделала это! Вот это экшен! Нормально! Слушайте, девочки, горки горками, вода водой, но где мы будем отдыхать? У нас должна быть лаунж-зона. Мы забыли самое главное, это бар. Так вон же наши зонтики и лежаки. Точно, давайте притащим их поближе и стол поставим. Пойдет. И лежачки. Раз, еще. Хорошо. Вон прям под меня. Ну что, в нашем меню представлены сладкая вата и попкорн. Это классические закуски в любых аквапарках. Я думаю, можно попробовать что-то сделать. Мне, пожалуйста, попкорн. А мне сладкую вату в виде мишки. А, я могу тебе сделать облачко синее, если пожелаешь. Хотелось бы мишку, но пойдет. А, ладно, я, пожалуй, с попкорна начну. И теперь включаем.
Кажется, он горит. Ксюша, ты что, решила подпалить мне попкорн? Я не буду есть эти сухарики. Все, спокойно, сейчас я добавлю немного сливочного масла, и все должно получиться. Пожалуйста, получись, не подводи меня. И мешать я буду сама. На счет три, раз, два, три. Я думаю, это плохая была идея. Эй, это что за сервис вообще такой? Дым столбом идет. И от сливочного масла еще больше воняет. Фу. Ладно, девочки, не переживайте, я точно уверена, что нам поможет исправит всю ситуацию сахарная вата. Шпажку достану, опа, так, ее тоже надо включить. Так, вроде все нагрелось. Пожалуйста, дорогая, не подведи. Нет, пока нет. Видимо, не нагрелось. Ну ладно, ждем. Авось что-нибудь да получится. Ну пахнет, кстати, вкусно. Надеюсь, не получится, как с попкорном. Ты надейся, у Ксюши всякое может получиться. Всякое, да не всякое. Вот что-то уже вот получается. Конечно, может быть, не такая красивая, как во всех парках, но зато домашняя, зато с любовью. Все нормально, все у нас получается, друзья. А Воля? Это даже на облачко не похоже. Ну, если абстрагироваться, в принципе, это похоже на рваное сердечко. Короче, я хочу есть, а этим мы не наедимся. И попкорн вообще в конец сгорел. Ладно, вы правы, давайте закажем пиццу. О, пицца, это отличная идея! А кому она достанется? Очень хороший вопрос. Тому, кто победит в моем челлендже. Да ради пиццы я выиграю любой челлендж! Значит, правила такие. Кто дальше проедется по слайдеру для катания, тот и забирает приз. Круто, я погнала! Эй, подожди меня! Ну что, девчонки, я погнала первая! Первая? Ты уверена в этом? Да! Ладно, давай! Раз! Капец! Смотри, так, шариком вот так вот отмечаем, где ты приехала. Как ощущение? Ой, скользко! Я не ожидала! Блин, прикольно! Прикольно? Она... Давай ты! Она, ты видела, до вообще конца практически до конца, да? Еще и вода холодная! А вода очень холодная? Ледяная! Но от того, что весело, это прикольно! Я наступила на колючку! Все! Эстафету приняла! Пост стал, пост принял! Так ты следующая! Нет, я уже наступала на колючку! Это было в далеком 2021 году! Тоже, кстати, где-то в загородном доме! Поехали! Давай, Каролина! Давай! Раз, два, три! Одинаково приехали. Ну, типа, вот здесь вот вы обе останавливаетесь. Ладно, так, это что, моя очередь? Да. А может, я не буду, и это вы же играете на пиццу, правильно? Нет, ладно, давай. Ладно. Матрас холодный. А я знаете, как сделаю? Смотри, вот так вот, хоба. Я боюсь, я очень боюсь. Раз, два, три. Ну, я и не рассчитывала выиграть, как бы, пиццу, вода холодная. Вот, поэтому я не знаю, кто выиграл. Холодно, очень холодно и противно, а еще у меня брови потекли. Кто выиграл пиццу? Не понял, девчонки, вы что тут, аквапарк построили прямо у нас дома? Офигеть, а что меня не позвали? Вообще-то мы на тебя обиделись. И, кстати, ты видишь вот этот вот слайдер, да? Ты можешь на нем прокатиться, вот так вот разогнаться и просто так, да, это весело. В удовольствие. Правда? А что мне за это будет? Ничего. Мы просто катаемся. Нам весело. Веселимся. Ладно, а где Аня? Я тут, я на колючку наступила. Ладно, сейчас я вам покажу, как катаются профессионалы. Ай, колючка! Мне кажется, я проехал далеко. Девчонки, вы что, с ума сошли Сашу брать? Он же, понятное дело, что всех нас победит и пиццу заберет. Мы про пиццу ничего ему не говорили. Классная штука, хочу еще. Я буду кататься тут целый день. Девчонки, смотрите, уже пиццу привезли. Красота. Ну-ка. Ну что за красота? Саша бесконечно катается на ледяной горке за так, а я буду сейчас есть самую вкусную пиццу. Чё? Это мы по правилам. Ой, да ну вас. Тогда предлагаю выставлять оценки Сашиным проездом. Согласна. Саша, согласна. Только пиццу не ешь. Отстой, даже до конца не доехал. В смысле отстой? Сейчас я вам покажу. Холодная! Слушайте, девчонки, он сделал кувырок, рисковал. Я думаю, это твердая тройка. Вы офигели? Ну ладно, тройка – это уже неплохой старт. Сейчас будет пятерка, смотрите. Ну? Да
Давайте быстрее поставим ему 5, и он быстрее уйдет. А мы будем есть пиццу. Гениально. Вот, совсем другое дело. Оценили мой профессионализм. Как же вкусно! Я не могу наслаждаться едой, когда ты так на меня смотришь. Я бы так не смотрела, если бы вы мне дали пиццу. Ну ладно, вот последний кусочек. Вот ты так всегда специально, чтобы со мной не делиться. Нет, я сейчас вообще не специально. Ну-ну, я это запомнила. Ух, вот это я наелась. Хочу почилить на горке, прямо на ее вершине. Давай, я пока позагораю. Мягкая горочка, и вся будет моя. А лучше места и не найти. Ой, вы посмотрите на нее. У нее здесь сестра голодная сидит, а она по горкам шастает. Каролина, хочешь в одной авантюре поучаствовать? Что за авантюра? Я думаю обрызгать Аню немножко просто водой. Это же аквапарк, правильно? Мы бесимся с водой. Вот и все, ничего ужасного. Что-то тут нечисто. Куда ты пошла? Сейчас узнаешь, куда я пошла. Зачем ты пошла в дом, если тебе нужна была вода? Здесь ее полно. Это необычная вода, смотри. Ах, как же хорошо! Ксюша! Есть, вот это классно получилось! Это тебе за пиццу! А, ладно, ну это хоть вода обычная. Чем это пахнет? Фу, это от меня! Это от меня пахнет! Ксюша, откуда была эта вода? Ань, прямиком из белого друга. Ты что, облила ее из унитаза? Ага. С белого друга? Что? Это с унитаза, что ли? Ты вообще с ума сошла? Обожаю, когда она так кричит. Ну ты у меня получишь. Аня, Аня, положи биту! Аня! Ну ты у меня получишь! Сейчас получишь! Ты как сильно! Я тебе этой битой! Аня! Я как Аня, тебе сейчас спокойно! Тресну! Нет, быстро нет. Бегаешь как, а? Зараза! Я тебе сейчас дам! Если догоню! О, пицца! О, она мне мешает! Хорошо, что я не съела ни кусочка. Быстро бегаю. Вызываю тебя на челлендж. Тоже мне сестры. А ты чё ржёшь? Тоже сейчас будешь участвовать? Ой, блин. Окей, что за челлендж? У нас есть полный бассейн мячей. Наша задача на скорость вытащить все эти шарики. Кто справится быстрее, тот получает балл. Звучит несложно. Ну давай, я первая. Время пошло. Я даже не успела моргнуть. Ладно, 7 секунд и 29 миллисекунд. Есть! Хорошо, что я пиццу не ела. В теле такая гибкость образовалась. Итак, раз, два, три. Время пошло. Видали, как я могу? Я все. Ты уверена, что все? Да. А время идет, я не остановила. Знаешь почему? Почему? Потому что нужно все шарики вытащить. Я все вытащу. Вот теперь стоп. 22 секунды, 52 миллисекунды. Очередь Ани. Время пошло. Я буду вот так. Сразу все мячи. Все, все. Больше нету. 8:36. Опа, это получается я выиграла. Какой следующий челлендж? Я не сдаюсь просто так. Каждый из нас должен с закрытыми глазами пропрыгать вот эту прекрасную дорожку. На минуточку она вся в воде и в мыле. И будет вот такое маленькое усложненице. То есть вода, мыло, это не сложно? Еще и с закрытыми глазами. Она же скользкая. Главное будет донести до конца таз с водой. Какой план? Сломать ногу, руку, голову и все, что возможно. Угу. Что будем делать? Ты первый идешь. Как самый падающий человек на канале, я как-то немножко переживаю, знаете ли. Ксюш, стой! Что? Ты кое-что забыла. Что? Вот. Холодненькая. Ну точно, спасибо. Так, и что, прыгать, да? Да. Прыгать сложно, я боюсь. У меня глаза закрыты, я дезориентирован. Раз, два, три. Тихо, стоим. Это так приятно, на самом деле, пупырышки под ногами. Забавно, так, вроде следующий был здесь. Нормально, 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 успешно. Успешно, я не помню, где следующий. Я не помню, где следующий. Ладно, раз, два, три. Как там свежесть вообще? Хорошо-то как резко стало. Следующий прямо. Я, мне кажется, не донесу. Ну, кстати, я приземлилась нормально. Что дальше? Там осталась вода? Ладно, осталась, несем.
нормально. Чуть-чуть осталось. Тихо, оно скользкое. Ну где конец? Я устала. Раз, два, три. Нормально, успешно. Где конец? Это не конец? Это конец? А, во, блин, мне кажется, это сейчас немного не по правилам было. Ладно, так, дальше что? Все, все, конец. Я дошла. Жесть. Это было страшно. Я донесла, а там что-то осталось. О, Ксюш, ну, в принципе, неплохо. Ты следующая. Я? Да. Обязательно? Конечно. Я не хочу. Давай, закрывай глаза. Какая любезность. Ну, конечно. У меня уши торчат, да? Какие, о, какие, да? Твои или кошачьи? Ой, она падает. Ты смотри, не надо нам падать. А если я сейчас прям на старте ее пролью, то можно мне не проходить? Нет, все, давай, удачи. Так, ну поехали. Дорожка здесь. О, на меня все течет. Я боюсь прыгать, я боюсь поскользнуться. Стоп, стоп. Казалось бы, попыток не должны быть скользкими. Это ошибка. Зато мокренько, очень мокренько, вообще не сухо. Я не угадала, верно? А, страшно. Вот это присед, ребят. Я опять не угадала. А можно как Ксюша проверять, пожалуйста? Знаете что? А я больше не хочу. Пожалуйста, можно остановиться. Она очень холодная. Я скоро закончу это мучение. Это страшно. Это очень-очень страшно. Я больше не хочу. Где ты? Я сейчас запульну в тебя. Я тут. Тихо. Но. Я попала хотя бы, а то столько воды потратила. Да, кто? Все нормально. А я на конце нет. Да. Врешь. Да. Ясно. Трава? О, как светло! Все, ты попала. Каролина донесла больше воды, чем Ксюша. Ладно, теперь моя очередь. Ну что, теперь моя очередь страдать. Ладно, что, поехали? Раз, два, три. Так, стою. Я уже промахнулась. Это, конечно, да, весело. Так, я приземлилась на... О, я приземлилась прям в лужу. Так себе история. И сейчас, подождите, мне же нужно найти бережок. Раз, два, три. Я стою, вода плещется, я это слышу. Она еще есть. Раз, два, три. Таз. О, мостик. Я, короче, вся вообще мокрая. И вода еще есть. Ну, вообще круто. Так. Я на какой-то уже траве. А, вот дорога-то. Где я, девочки? Все, конец. А, да ладно. Че так быстро? Конец? Ты упала два раза, вот тебе и быстро. Да и воды что-то немного донесла. Походу, я выиграла. Девочки, предлагаю небольшой брейк на время. У меня есть одна очень классная штука. Сейчас притащу. Смотрите, какая штука. Это что такое? И что с ним делать? Да вы чего? Это джелли-балун-бол. Эти штуки были очень популярны раньше. Главный прикол этой штуки в том, что его можно надуть до нереальных размеров. Ну, либо же наполнить водой. Ого! Мне не терпится. Давайте пробовать. Ну что, все готовы? Ага. Так, врубаем воду. Ого, как он наполняется. Да, причем он очень сопротивляется этому действу. А как думаешь, до каких размеров он дополнится? Я не знаю, но в интернете пишут, что он очень огромный вырастает. Ого! Смотри, какая плюмпа! Такая, ой-ой-ой, я ее не буду лучше трясти. Вообще. А если его проткнуть? Я думаю, пока не стоит, мне кажется, что... Давайте лучше посмотрим, насколько... Ксюша, контролируй это! Я случайно. Ксюша, ты мне прям в глаз фиганула. Прости, прости, я не специально. Тихо. Тут эту штуку достаточно сложно контролировать. Он кажется уже таким тонким. Да, кстати. Пипец, он раздувается, как огромное яйцо. А вы раньше когда-нибудь надували его? Нет. Первый раз. Ну, интересно узнать, что с ним будет-то в итоге. Интересно, сколько вообще? Нет, сколько литров он реально в себя вмещает? Я вообще переживаю, если честно. Он уже прям, ну, прилично так надувается и уже... Я бы отошла куда-нибудь подальше. Хочет наружу. Но мне особо как бы выбора нет. Вы представляете, сейчас как... Ага. Вот так вот все. Я не хочу это представлять. Твою за ногу, вода очень холодная, и она плещет мне в руку. Ой, она реально очень холодная. Так, вы сейчас, подождите, сейчас может стрельнуть. Тихо, Ксюша, держи. У меня онемела рука. Подожди. Тихо. Он такой тонкий. А если сейчас лопнет? Я не знаю, что будет, если он лопнет. Нам все прилетит водой. Ну что,
литра. У меня уже все, у меня вся замерзла, у меня замерзли руки, замерзли ноги. Понятно. Лучше не трогай, она уже приноровилась. Жесть, жесть, жесть. Подтеки, тех. Ясно, не трогай. О, пипец, он вообще тоненький. Такой прикольный. Пипец, такая плямпа. Плюшечка такая прям. Вы уверены, что она дуется прям до огромных размеров? Это как будто бы шлепаешь... Кого? Лошадку, или, я не знаю... Бегемота? Бегемотика, да, такого большого. Я боюсь реально проткнуть ногтем. Ксюша! Мне весело, я уже ничего не боюсь, я вся тут в это промокшая. А мы еще сухие, подожди. Ага, сейчас как вытащу шланг, так вообще. Вода холодная, не надо. Вода очень холодная. Что мы имеем? Огромное яйцо посередине нашего газона. Ребята, как вы думаете, лопнет этот шар или нет? Пишите в комментариях прямо сейчас. Репортаж из нашего дома, из нашего аквапарка. Ксюша, не надо его бить, потому что это... Ксюша, прости! Может лопнуть в любой момент. Мне реально страшно. Она же ледяная. О, смотрите, какая штука. Надо было туда что-нибудь еще засунуть. В общем, насколько я знаю, это, ну, не максимум его, как можно на это надуть. Но посмотрите. Не, он такой классный. А еще по кругу сейчас пустим, так вот, опа. Вообще такая амеба, бактерия. Так, а если на него сесть? Попробуешь? Нет, давай его лучше сначала поднимем. Мне кажется, сесть как-то безопаснее, чем поднимать. Я боюсь. Подождите, он толкается. Давай, а ты толкай его нам в руки. Давай, толкай. Ого, он тяжелый. Какой он тяжелый. А мы не встанем. Это не оторвать прям. Он засосал мои волосы. Кажется, чтобы его поднять, нам нужна помощь Саши. Саш! Саша пишет на помощь, что у вас тут? Смотри. Это что такое? Это надо поднять. Это флабер. А, какой смешной. Ребенок сейчас. Ха-ха, прикольная тема. Так, ладно, сейчас я его подниму. Раз, два. О! Иди к папочке. Это мой инопланетный ребенок. Сейчас я его подниму. Поднял. Саш, ты сломал нашу игрушку. Ты его сломал. Зато у меня есть шапочка для плавания. Спасибо, пока. Саш, ты шапочку забыл. Вот вечно Саша так делает. Ладно, девочки, настало время следующего челленджа. А это не был челленджем? Нет, я же его просто притащила. Это был мой друг. Наша задача поймать в таз как можно больше воды из этого водного пистолета. Так это же легко. Она всегда течет в одну сторону. Да нет, девчонки, соперники, естественно, могут мешать. Ну вот и отлично. Ты первая. Окей, каждая из нас должна продержаться минуту. Аня, прости. Давай! Нет! Что ты делаешь, Ксюша? Ты не меня, ты прыгай отзад! Вот это все холодное, у меня вообще физичек палец, вот ты офигел! У меня вся вода из тебя выливается! Что, блин? Я не знаю, я особо даже не двигаю! Конечно, ты не двигаешь! Ты не прыгай, ты меня говорю! Ну хоть что-нибудь-то я поймаю. А если вот так? Жесть какая, ноги окоченели. Ох, Ань, ты вылетела прям вовремя. Время закончилось. Ну, в общем-то, я могу себя поздравить с ничем. Да это невозможно было, но видели, как вертыхало вот это все. Я засекаю время, минута пошла. Тихо, Каролина, держи себя в руках. Как ты поставь его? Ты что за дождь мне здесь устраиваешь? Я держу. А если вот так? А я держу. А если... Так не надо. Куда? Стой. Куда? Ты лови. Ты во вкус-то не входи. Ты так вещаешь, что в меня попадает. Да? Я думаю, это не самая большая моя проблема сейчас. А если наверх? А вот так? А если вниз? А вот так? А если наверх? А вот так? А если влево? Нет, а вправо не надо. О, как холодно. Я ловлю. Так это нечестно получается. Тихо, Я ловлю, я поймал. Что там по времени? Я замерз. А что ты ржешь? Тебе смешно? Я же понимаю, что я следующая. Да! Ой, ну Ксюш, время закончилось. Да? Знаешь, куда вот эта собранная вода сейчас пойдет, а? Нет! Иди сюда! Нет, иди сюда! Перезвей! Иди сюда! Нет! Давай, мы же в аквапарке! Я не попала! Да, держи нас! Время Каролины пошло. Смотрите, работают профессионалы. Да ты жесток!
отмывается, пока ты этот... Это да, вот это все сложно. Да блин, она отмывается на меня. А если я вот тут начеркну, она умрет, стреляй, стреляй! Она ледяная! Все в меня, все равно свистит. Я, понимаете, замедляюсь из-за того, что она настолько ледяная. Спасибо, прошлась по шортам. Королева тоже замедлила специально ход, чтобы тебе было не так сложно. Ты прям по шортам проходишь пятый раз. Все, время кончилось. Холодный, я не могу. Каролин, сколько воды, покажи. Покажи, сколько воды. Ну иди сюда поближе, не бойся. Я не могу пошевелиться. Ладно, тогда я к тебе иду. Мне еще в спину брызжет. Слушай, ну вроде побольше, чем у меня. Ты выиграла? Да, правда. А помнишь, ты хотела меня брызнуть? Нет. Вот, блин, у меня вообще дырка от бублика, а не вода. А у меня больше всех. Это что, получается, тебе очко еще? Угу. Фу, ладно, какой следующий челлендж? Предлагаю поиграть в футбол. О, это надо защищать свои ворота. Они же такие маленькие, а мы большие, мы их просто закроем. Это легко. Мы большие. Ладно, ладно. Маленьких она обижает. Все, прыгай. У каждого будет по 5 ударов. Нужно попасть в ворота соперника. Ань, какие-то слишком простые правила для челленджа, ну ладно. Давай, я готова. Право, лево, право. О, это лево. И причем очень сильно лево. Причем сильно лево. Ладно, первый блин комом. Давай, нападающий, давай. Мы танцуем танго. А ветер, блин. Куда? Ветер. Куда? Почти, но нет. Два есть. Два не попадания. Два не попадания. Давай бей. Давай, раз, два, три. Ты еще и предупреждаешь, когда убьешь, вообще идеально попадаешь. Ее коленом мне ударил, она ударила мне в колено. В ноге. Вот так, да, мы настоящие футболисты. Че расселась? Кстати, это кто? Ну точно, ты вообще всем телом закрываешь ворота, ты че? Сколько ты там не попадаешь? Четыре, сейчас последний будет. Не попадание будет? Тихо. Ну давай, предупреждай меня, когда будешь бить. Раз, два, три. Это что за обманка? Ты стоишь просто... Бей давай! Это уже 6 раз, это не попадание. А вот знаете, что можно вот, использовать против маленьких людей? Что? А, нет! Все, Каролина не участвует. Это слишком высоко. Ладно. Иди защищай, иди это. Первое попадание есть. Теперь моя очередь, и Ксюша, ты, надеюсь, боишься, потому что это будет самый великий разбег. Это куда? О, все слышали этот звук. Капец, значит, где теперь? Он улетел. А у меня ноги загорели. Два. Так вот, друзья, у меня загорели ноги. Я, короче, по ним шлепнула и болит. Вы видели? Это был честный гол, давай. Еще один. Кто чемпион футбола? Это я. Это было руками, это было нечестно. Ну, первые два честно. А подожди, а сколько бросков осталось еще один? О, я же даже забыла. Я тоже забыла. Два было или три? Три. Три и два. Всего три было броска? А, четыре было броска. Это последний. Ну, ты обороняешься хорошо. Все равно два, как бы, это нифига себе. Все, давай, становись на ворота, Каролина. Ну что ж, я выберу стратегию бразильского футболиста. Это как? Головой будешь бить? Раз, два, три. О! Так, это ворота с этой стороны, если что. Это не было ударом еще. Ладно, это давай. Просто выкиндрёк. Раз, два. Мимо, Бразилия. Он полетел. Ну, бегим. Он полетел прям по бразильским парашютикам. Вот так прям. Да. Красиво. Первый должен быть красивый. Давай. Знаешь, что сделаю? Опа, мимо! Это был второй. Ладно. Ты в воротах стоишь. Это была штанга. Давай. Сколько мне не в лоб? Все равно вратарь защищает свои ворота. Это был четвертый удар. И у тебя еще последний, самый мощнейший удар в мире. Ань, посмотри, там Саша. Не купили все. Ладно. Ань, там килограмм мороженого привезли. Нет. Вот мяч и я. Все, внимание. О, только не в лоб. Почему она не ведется? Я понимаю.
победитель. Ну что скажете, у кого сколько очков? У меня один. У меня тоже один. У меня два. Тогда предлагаю выявить среди нас проигравшего. Каким образом? Ты зачем при помощи, это взяла? При помощи этой дубинки. И мяча. Так, и что будем делать? Отбивать. У каждого по 5 попыток. Окей. Я готова победить. Только кобру Люсю уберу. Стой! Положи Люсю на место. Она будет ловить твои неотбитые мячи. У меня не будет неотбитых мячей. И раз. О, ты что так... Один есть! Ты что так агрессивно-то? А? Не тебе в лоб. Это было близко. Давай. Раз, два, три. Ты уже... Да промахнись ты. Ты накаркала. Три, так, это 4 и 3 попадания. Так, и финалочка, давай. Это какой-то был скользящий. Этот мяч был же в счет? Нет, его кобра Люся поймала. Ладно, тогда сколько получается? 3 из 5. Давай, рокировка, я буду отбивать. Ну готовься. Ну готовься. Я необычный спортсмен. А, да, я знаю. Мать моя женщина, это что за такое вообще? Отвинка! Это была обманка. И она сработала. Видела, это был точный расчет. Сейчас бы сахарную вату зима сделала. Опа. Ты готова? Опять мы? Нет, меняем стратегию. Полукругом. Крученок. Почему? Я его ты отбила. Ты в бок отбила. Ты в бок отбила. Ну я же отбила его. Но ты отбила его в бок. О! И я тебя тоже отбила в бок. Ладно, не сработало. Это был третий, да? Это был третий. Третий? Ты Ане сказала, что он был не счет. Значит, это тоже был не счет. Это получается, ты отбила 2 из 5. Мы, кажется, футбол перестали играть, Каролина. Каролина решила на мне оторваться сейчас. Да? Подожди, у меня просто не получилось. Это должно было выглядеть вот так. А еще ты не должна была отбивать. Это был 4-й, 3 попадания. Нормально, нормально идем. А не хочешь такое отбить? Подожди, 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 а что правила-то меняются по ходу игры? Мимо! Нет, подожди, тут знаешь, что произошло? Тут произошло вот это вот. Ладно, давай, нормально, давай, давай, давай. 4 из 5. Итого, по, соответственно, результатам всех челленджей, Каролина на первом месте, Ксюша на втором. Аня на третьем. А где Аня? Ань. Ань! Меня нету! Я придумала все эти челленджи, я знаю, какое будет наказание. Погоди, она просто взяла и свалила? Блин, ну проиграла и проиграла, с кем не бывает. Видимо, боится наказания. Подожди, оно есть? Оно есть за все челленджи. Вот она хитрюга, ну-ка пойдем искать ее. Ань! Вот Аня, конечно, молодец. Сама придумала челленджи, сама же свалила. Ань! Аня! Почему она вообще спряталась? Она же придумала эти челленджи. Ань, выходи! Ты не сможешь долго прятаться. Ань! Где она может быть? Неужели в дом забежала? Да нет, она бы не успела, мы бы заметили. Жесть, я тут по траве гоняю сейчас на... А! Угадайте, что произошло. Я наступила на колючку. О, а тут смотрите, сколько колючек растет. Здесь их много, отсюда надо уходить. Аня бы здесь наверняка не пряталась. А, колючки. Аня, выходи, так нечестно. Ты все равно долго не сможешь прятаться. Скоро дождь пойдет. Где она может быть? А если к соседям сбежала? Да нет. Аня, выходи. Ань, мы тебя найдем. Участок небольшой. Прятаться вечно не сможешь. Аня. А может под коброй Люсей? Тоже нет. Это нечестно. Нет, нет, нет. Они меня точно не найдут. Я не хочу, не хочу, не хочу это наказание выполнять. Зашла? Нет, а ты? Нет. Ты видишь? Пойдем. Попалась! А где она? Она же здесь была. Она была здесь. Мне не показалось. Подожди. Тебе же тоже не могло показаться, правильно? Ань! Хватит прятать, мы все равно тебя найдем. Аня! Где она может быть? Я не знаю, я не знаю. Она была здесь, она точно на участке. Она не могла уйти далеко, она не могла куда-то спрятаться. Она не могла, я не знаю, в дом пойти. Ань! Но в дом бы мы ее заметили. Да. Аня! Ань, выходи, так нечестно. Нечестно, проходили все челы. Аня, нет, Аня, нету! Аня, стой! Аня, нету! Стой, стой, Аня! Аня, стой! Нет, 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 все, 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 не хочу делать наказание! А какое там наказание? Да и вообще, кто его придумал? Я придумала! И, конечно же, оно ужасное! И слишком вонючее! Да не хочу его делать!
ужасная. Вонючая. Рассказывай. Нужно сделать спа-процедуры. Так это же классно. Что тебе не нравится? Садись, сейчас сделаем. Со шпротами. Ноги опустить в ванну со шпротами. Вперед. Ну надо же, угораздило на свои же грабли. Жесть какая. Да ладно тебе, Ань, не расстраивайся. Да и к тому же, я слышала, что рыбий жир даже полезен. Очень полезный. Но отмываться от этой вони я буду неделю. Держи тазик. Замечательно. Вот любимые шпротики. Ой-ой-ой, сколько масла. Ой, какая прелесть. Как зелье, как будто бы. Ладно, Ань, слушай, ну есть же такая спа-процедура. Представь, что ты окунаешь свои ножки в ванночку с рыбой-доктором. Ну, почти. Да, только рыбки-доктор живые и хоть какую-то пользу приносят. А я сейчас просто в чан с маслом опускаю свои ноги. Ну ладно, пахнет. Я чувствую и не хочу это нюхать. Ладно, что, это нужно просто пережить. Это наказание. Представь, ноги в масле. Это ж сколько их надо отмывать. Нет, твое ощущение, что ты дотрагиваешься до рыб. Давай, давай, давай. Как будто Новый год. Кушаю бутерброды со шпротами. Только ты их не кушаешь. Такой же запах. А представь, что ты вино делаешь. Какой ужас. Фу. Это я с живыми-то, ну как бы вот этими рыбками доктора, я никогда с ними не делала ничего, потому что мне, ну типа страшно, что кто-то меня будет щипать. Но они хотя бы не в масле. А тут как бы... Как от этого отмыться? Ну точно, будешь отмываться неделю, и все равно на месяц запах останется. Все, наказание пройдено, я надеюсь. Кошмар! И как теперь дойти как бы до места, в котором я помою это все? Не знаю, но тут где-то есть шланг с ледяной водой, можем тебе притащить. Спасибо, вот как раз вечер, ледяная вода очень кстати. Да. Ладно, короче, я поползла. Как не дотрагиваться до поверхностей? Давай. Как воспользоваться другом? Давай, уйдь обгоревшую руку. Да. Вот так. Все, дойдем до клабика, потанцуем крабика. Я ей соболезную. Вот ее угораздило же. Ну а вам, ребята, как сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. Также не забывайте про наш мерч. Ссылку оставим в описании. Всех обнимаем и любим. Что, поможем? Ань, да, подожди, мы поможем тебе. В следующий раз я буду умнее подбирать наказания. Ставь лайк и подпишись на наш канал.